Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Карбончик. Сегодня продолжаю играть в Вампир. Вторая вот серия. Записываю сейчас прямо, да. Вот, и у нас... Мы остались на этом самом месте, ребята. Кого-то кушают, так я понял. Уильям Бишоп. И один, походу, был из них вампир. Сейчас он как раз это сделал. Кого-то там сточил. Что у него как-то хп многовато, да? Ну, честно говоря, хоть Dark Souls. Делаешь серию атак и отходишь, как только... Привязка к камере, но это, блять, ну это же просто полнейшая игра для джойстика, там видно, клавиатура мыши, это вот здесь вот не это. Так, у нас мало хп, вот как-то это, отойти что ли от него? Да, надо отойти. Вот сейчас бы неплохо было бы разобраться. Какую все-таки мышку использует, вернее, как использует другое оружие это. О, отъехали, забейсь, годненько. Так, ну что ж, вот мы и заспавнились. Значит, спавнимся мы, соответственно, около последнего безопасного места. Такое себе, конечно, ну ладно. Так, вот здесь всякие типы. Вот я попробую как-нибудь... Ё-моё! Чё, спалился, что ли? Дядя, ты чё меня палишь-то вообще? А эти так и не слышали эту тему. Да чё ж ты не заорал-то? Как-то не похоже это вообще, да? Они должны были типа, ааа, блядь, тут такой-то сякой-то чувак, всё такое. Что если их обойти, я вот думаю. Вон чувак, по-моему, стоит. Можно туда тпшнуться? Нельзя. Будет хреново, если те типы выйдут лупиться вместе, когда я буду бить этих вот. Привет. Привет. Блин. Чувак. Да чтоб тебя. А можно после каждого удара? Нет. Можно немножко там как-то отреагировать, что ли? Смотрите, с него цель спадает, каждый раз я перемещаюсь. Так бесит. Так охеренно вообще. Единственное, чего сейчас я вывесил, только потому что у меня хп больше. Сейчас бы найти крысы и пожрать ее, чтобы хп как-то восстановить. Так, что у нас тут? А, понятно. Чувак! Кажется, я иду обратно. Мне кажется, я иду не в ту сторону. Да? Да. Я дурак. Я иду не в ту сторону. Быстрее идти обратно. Так, можно наверх забраться? Можно. Нахуй лестница. В этой игре не будет лестниц. Лестница для лохов. В этой игре все будет гораздо быстрее. Куда что там не надо идти-то, не понимаю. Ну давайте этих отлупим. Чтоб не мешали. ХП, чувак, нужно ХП. Да ХП нужно. Вышли, остался один. Нет, двигаемся мы, конечно, очень быстро. Ничего не скажешь. Именно вот эти перемещения, телепортации. Очень быстрые. В самом бою я бы не сказал, что я как-то там сверхчеловеческая скорость удара у меня была бы какая-нибудь. Да я бы так не сказал. Или связка ударов большая. Что-то как-то нет. Не вижу я такого дела. Так, нам что нужно-то вообще? Где-то даже была метка тут, правильно? То есть нам что нужно? Чтобы развить науки. А, Е. Удерживайте или что? На И? Игорь? О. Так, навыки где-то здесь должны быть. Вот навыки, наверное. Нет, это не навыки. Это был обман. Право. О. Уаза! Как я надоел это искать-то вообще. Блять, это было так. Нужно было выбрать.
какой же ты Василий. Ё-моё. Так, теперь проверим. Так. Во. Понятно. Не знаю, будет ли это эффективно, но попробуем. Так куда нам надо в итоге-то? Нам нужно на В нажать и... Ага. По крови идти. Все, перемещаемся сюда и... Еще один живой чувак. Ага, вот, вот сюда мы шли, точно вспомнил. Как раз мы эту штуку брали. Так, сейчас бы по полностью хп восполнить, прежде чем биться, но... Да ладно. Нужно напиться, я умираю от жажды. Ну да, это обед. Без предложения, без предположения. Убиваем себе подобных, это тоже такое себе, конечно. А, эта штука уже поэффективнее как-то стала. Тихо. Да чтоб тебе, что ты не стал перемещаться? Да почему ты не перемещаешься, когда нужно? Вот. Да что это? Я же нажал пробел, что это? Ну беда. Вот это был наёб. Он ты такой, я не буду драться, а потом, да нахуй, сука. Ну опять. Вы вспомните, а, точно. Можно же сам себя попить, я забыл, что можно сам себя покушать. Я тоже устал, заметил, кстати говоря. Наверное, нужно, чтобы у меня был хоть какой-то ячейк энергии, чтобы я мог перемещаться. Я, наверное, это, вот это вот еще вот рассчитал. Хватит. Сейчас мы нормальную серию атак провели в спину, конечно. Хорошенькую такую. Господь мой пастор. Чувак, ты живой? William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. Врач. I must return to my flock. They'll stray without me. О, спасибочки. Remember, certain Skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skull? You truly are a newborn. I should have realized... Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Все интереснее и интереснее становится, не правда ли? Вот он его укусил. Он должен стать, значит, вампиром или как? Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Забавно то, что многие люди не боятся и... This poor creature can't be my maker. А процесс крови? Все же процесс крови, или мы... Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood.
Якобы, короче, он типа не такой, как я, этот вот вампир. Как я понял по рассказам этой женщины. Забавно, что многие люди также не боятся вампиров и даже помогают им, что очень странно, как бы, это же вообще потусторонние типы, мне кажется. Но здесь, судя по всему, своя история, своя вселенная и по отношению к вампирам немного иное. Хотя, конечно же, они также остаются хищниками и все такое, точат людей. Отсюда же появляется, то есть вот с чего этот очкарик не думает, что я сейчас его съем, например. Загрызу его усы и так далее, то есть почему он не переживает по этому поводу. Хотя, скорее всего, он меня накалывает. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Don't blame me for a fool. You used me to locate that... Skull, you must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Какой хитрый пидор. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End, and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. Stefan Piro. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed. Take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan! This is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Уже набился ко мне в друзья. Ну, к нашему герою, давайте так, будем на себя опираться, будем гостить героя. Добился своего он, и не было обговорено по поводу жажды крови, то есть больные, не больные, но кушать-то надо, то есть он как это вообще, этот хитренький чувак, ученый, назовем его, просто я уже забыл, как его зовут. Настолько он, наверное, не важен, мне кажется, что ли. Доктор Свонси, thank goodness, I was beginning to be concerned. Свонси. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned.
Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, doctor. Где гарантия того, что этот чувачок не расскажет, кто наш герой? Yes, doctor. Вот он же сидел в сознании собственно. Doctor Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Ну, то, что нам дали чистую одежду, это, конечно, здорово, но... что? Обновление задания. А, провести анализ. Состояние здоровья. Пройдено. Тут уже бойня какая-то непонятная. Тут уже. Кровушкой пахнет. Oh, come on, you bastard! I won't bite! Sir, please! You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Чё бы не скушать его? Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain. Yes, that's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor, Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow. Качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы можете получить, убив этого гражданина. А, гражданина. То есть, получается, опыт придется качать именно тем, что нужно валить людей. А я думал, то, что он качается от... ну, именно вот от жрачки, получается. То есть, нужно жрать обязательно. Я-то думал, что он вообще, в принципе, сокачает сам по себе по уходу игры. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. Качество крови у этого чувака, походу, 500. Так. 500, да это вообще ни о чем. Социальный слой, нет связей и ничем не болеет. Загипнотизировать его и вести подальше от посторонних глаз. Если ваш уровень гипноза равен уровню сопротивления жертвы, угу, тогда... Мы загипнотизируем, чтобы сныкаться и пожрать его чувака там, где никто нас не увидит, да? Объятие. Объять. Ну нифига себе перевод, блин. Объять. Можешь сожрать, а не объять. Грамотно мы его... Что, просто оставим его здесь? Ну ладно. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Так, теперь нужно разобраться с тем, как нам надо прокачать наш опыт. Ну да, действительно, я совсем забыл о том, что это делается-то вообще на самом деле в безопасных местах. Давайте посмотрим хотя бы одно из них. Во-первых, какое у нас сейчас основное задание, если не совсем понимаю. Войти в Палмбургскую больницу и... ага, у тебя 2 метра. Хорошо. Теперь более ясно стало. Так, у нас трубчик, который мы только что намутили. Ну,
Судя по всему, с нами говорит тот, кто все-таки нас именно создал нас такими, то есть какой-то высший вампир, давайте так его назовем, как это был в Ведьмаке, например, да? Чувачки тут такие лежат, кайфуют. Здравствуйте. Доктор, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask... And Miss... I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite... Thank you, nurse. Так, у нас на втором этаже наш кабинет с нашим именем. Что-то, чувак, какой-то Нига, походу. Да, Нига. I'm Dr. Jonathan Reed. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance... That's quite a blunt introduction. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. О, так он у нас еще и торгашом будет при этой больнице. Отличные вопросы. Торговать. I'd like to see. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is... Дробовик. Так, это у нас, судя по всему, для крафта. Тут есть какой-то небольшой крафт, наверное. Так, сколько это стоит вообще? Это стоит 315, а у нас 114 монет. Ну вот, уже понятно. Теперь что мы можем продать? Совсем... А, 7 монет я за это получу, понятно. 7, ну, в общем, все это маловато. Ладно, я понял. Пока нет, ни к чему это все. Good evening, да и беседа с тобой тоже ни к чему. Still trying to save lives. Goodbye, Milton. Хотел лишний вопрос задать, но потом думаю, да зачем это сейчас мы? Как-то мы так забавно пришли в себя, либо мы так максимально не палимся, либо еще что-то. Просто если предположить, что он стал таким этой ночью, ну или там пару ночей назад даже, да? Ну нет, вроде пару ночей назад он таким стал. This place seems perfect to conduct my research. С чего бы нам ему помогать, этому Свонси? Зачем это надо, я не совсем понимаю. Что-то здесь блестело? Да. Маленькая бутылка? Ладно. О, еще один выход. Но нам это сейчас не очень нужно. Так. Этот Свонси еще покажет себя, как мне кажется. Не просто так нам игра его представила. Второй этаж, второй этаж. Мы на втором этаже. It's locked, all right. Ладно, закрыто, закрыто. Не сейчас. Так, но здесь табличка им была не наша, на табличке. Так, сюда, здесь у нас... Вообще дверь не кликабельная, забавно. Идем дальше. It's locked. А вот здесь еще написано... О, Рид. Интересно, вот наша хата. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Спать в гробу хотя бы не придется. Хорошая шутка, опять же. Канонично. Отсылочки всякие пошли. Что не придется спать в гробу хотя бы так. The flower's dying. It needs water. Засыхает, ему нужна вода.
Так, здесь можно что-то сделать. Приготовление предметов. А, вот. Исследовать. Сыворотка. А, сыворотки. Нажмите. Мы можем улучшить оружие. Что ж. Я не против. Часть обычной рукоятки, свинцовая пластина. Интересно. Ладно, назад. Пушку можно улучшить. Да, но не хватает предметов. Хотя этого типа бы вроде можно купить такой предмет. Интересный. Так, ну ладно. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. Так, скоро рассвет, ему хочется спать. Что у нас тут? Алюминиевый порошок. The flower's dying. It needs water. Держите, возьму воду-то. На улицу поставь. Так, ладно, давайте заснем. Заодно прокачаемся немножко. Так, теперь ну что это такое? Ну это походу пассивки. А, да, пассивные навыки, активные навыки, верно. Так, у нас все остальное пока закрыто. Все теневые облака, это такая ерунда, как вот мне кажется. Так. А вот это вот лучше. Что нам мешает это улучшить? Не совсем понял. У нас вот столько опыта. А, нам сначала вот это надо сделать. Нет, сделано. Так, не понимаю. Качается, ладно. А это что не качается? Но почему? Почему нельзя прокачать-то? Ну ладно, здесь 2000. Я понимаю, почему вот это здесь нельзя, это действительно слишком. А вот тут почему нельзя? Замок на какой-то висит, а почему? А, уровень 6 необходим, вот я балда-то, а? Кликаю, сижу, что-то. Объем, увеличит объем крови, поглощаемый при кусе в бою. Кстати, пассивки не так много тратят. Достаточно. Окей. Ну вот, в принципе, прокачались. Элементы RPG завезли. Крафтинг всякий. И прочее. Так, что это? Меню горожан. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Состояние также может ухудшаться из-за распространения болезней. Тем больше вы убиваете, тем больше опасно становится район. Если вы состояние здоровья жителей района окажется ниже критичного уровня, они погрузятся в хаос. Судьба района решаете вы. Нифига себе. А, ну вот, мы чувака типа завалили в этом районе. Чё, других людей нет в этом районе, что ли? Информация. Души.
6000 опыта, если заточить этого чувака. Нормально, качнемся, да? Чем его не заточить сейчас, да? Так, а ты что? 3000, поменьше, конечно. Не такой качественный. Однако ж, а это прям вообще некачественный, да? Бедолага. Так, ну ладно, я его не совсем вот так. Кто такая? А, это... Медсестра та самая, которую мы только что встретили. И люди нам пока неизвестны. Так, ну допустим, ладно, я понял. Не жрать слишком много. I better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Хороший вопрос. Что делать с жаждой крови? Очень хороший. Не-не-не-не, нам не надо. Назад. Штяк. Правая кнопка мыши назад. Ну явно игра делалась под консоль. Доктор, идемте. А, кто-то за зверином орёт. Облизать бы твой фарточек. Yes, Nurse Crane. How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Nurse, this room is off limits, and I'd prefer to keep it that way. Make sure the rest of the staff are so informed. Of course, Doctor. And what about the antiseptics? Or do I inform the staff that you're too busy? I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. Так, дали нам ключ. Соответственно, от морга. Мы предложили пойти. Вообще, какая-то странная сейчас беседа была. Странная беседа, конечно, была. Погоди. Мне нужно еще кое-что узнать, я думаю. Yes, stop. Why then do you always work the nights? At the Pembroke, we're always hand... Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Please, could you put... It's the large boarded up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. That's all for now. Так, у нас с помощью 6-й, что ли, уровень? Цифра 6 что означает? Мой уровень, наверное. Так, ну, нам нужно идти на выход и пробраться в морг, судя по всему. Так, ну что ж, раз нам надо туда дойти, насколько я понимаю, нужно выйти сейчас. Здесь был выход, второй, вот он. Как раз тот самый второй выход. И, ага, вот, наверное, вход. It's locked. Хотя, или нет. Масло, винт, ладно. Сюда, ладно. Хорошо. Scowl voices in the garden. Загрузочки. Так, вот мои туточки. Ночная смена. Найти тартрат, железо, хинин, гиплохлорид.
химию я как-то не больно учил. Чтобы знать, что такое трар-трат-трат. Тра-тра-тра. Здесь, наверное, его паучье чутье. Паучье. Ну, вы понимаете, о чем я. Тут режим вампира мало чем поможет, мне кажется, в поисках. Что у нас тут? Мне кажется, здесь тот должен будет быть, кто будет нам мешать. Какой-нибудь сныкавшийся вампир. Или еще какая-нибудь херобора. Что это такое? Шейнги, денежки. It's locked, all right. Это понятно. Что здесь закрыто. Здравствуйте. А можно мы вас завалим? Я знал, что вы здесь будете, господин. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. Штамм? Что значит штамм? Moves faster than influenza. Болезнь, то есть не совсем вампиры, что ли, или что это? Пока непонятно. Ну, то есть он называет их больными, то есть хинин нашли. I cannot enter. This key will surely grant me access. Ключ в подвал. Слушай, нам нужно в подвал? Хорошо, понятно. Попробуем. Он достал топор, наверное, неспроста. Слышите это? О, понятно. Ням-ням-ням. Ну, алло. Один удар остается, я все драчусь с ним. Так, наверх. Ну, поднимемся наверх, конечно. Хотя тут, конечно, указано то, что нам нужен подвал. Что такое? Образец. Откуда берутся эти образцы, блин? Здесь разбавлено густой крови-то, я не понимаю. Ну, ладно. Морг. Ну, морг, наверное. Ладно, понятно. Здравствуйте. Это было не очень. Тут у чувака слишком хорошие способности. Как-то мы даже проигнорировали, вообще ничего не сказали. Блин. Радуйте. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Почему мы держимся так за бок, как будто мы ранены? Вроде мы не ранены. Или он так оружие просто держит, наверное. То есть он револьвер таким образом держит в своей руке, что кажется, как будто он за живот держится. Воу-воу-воу-воу! Ты чё так из-под дишка-то, Василий? Будь! Блядь! Василий, отбивайся! Dark Souls чем-то напоминает. Почему я ХП не восполняю, непонятно. Фига себе ты. Тихо. Да тихо ты! Не понимаю, вроде делаю ворот, но он не помогает. Нужно как-то привыкать, что ли, к этой системе боя. То есть неправильно как-то делаю, наверное, ворот. Ну ладно, давайте поищем пока предметы, которые нам необходимы. Судя по всему, мы еще нашли не все, но что-то мы уже нашли. Вот, чувачок. Отчет. Доступно новое расследование. Откройте меню расследования. Ждите. Ладно. Граждане рас... Так, чтобы приступить к заданию. Ну, допустим. Так, вот, то есть у нас какие-то побочки, да, есть? Выяснить причину смерти. Зачем?
зачем нам это, непонятно. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Ну зачем нам с этим разбираться? Какой-то рандомный тип. Нам это надо? Ну дохлый, дохлый. Ладно. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung. Possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Да, это вот расследование похоже на Ведьмака. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tip-Tippett has made an egregious error. Типа доктор совершил ошибку, и поэтому чувак сдох? Tippett has made an Ладно, допустим. Так, у нас еще два задания, что ли, появилось теперь? Подождите, надо разобраться с этим. Я пока не сильно разобрался в том, где отмечается данное задание. То есть они где-то здесь. Сейчас покажу. Вот здесь отмечается, то есть вот здесь у нас не побочное задание, вот они, галочки. Но тогда, где побочное задание отмечено, то есть здесь это как основное, здесь, в принципе, все выполнено как таковое. Задание выполнено, окей. Задание помочь больнице справиться с эпидемией. То есть я как раз этот на поиски предметов. Но тогда где задание, которое только сейчас мне выставилось? Человек отметился, две метки, как-то это все, блядь, не слишком непонятно. Не очень удобный интерфейс для задания, особенно для выбора заданий. То есть теперь я уже реально запутался, не понимаю. Блин. Джон Доу. These scars can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Жестко. Ой, зачем я это сделал? Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Так, допустим, мы что-то уже нашли. Куда вот это вот меня ведет? 44? Это, наверное, для разговора, наверное, как раз-таки этого второго квеста, который тем более, тем больнее им подать. Это, наверное, туда ведет. То есть другой квест, дополнительный, который как раз-таки с этим телом связан, то, что доктор сделал ошибку. Что у нас тут? А, мы можем что-то скрафтить. Так, а что мы можем сделать? Нам нужно лекарство, да, предмет. И что у нас такое? Средство от переутомления, от анемии. Что нам ей нужно? Тартара железа мы еще не нашли. Ладно, пойдем по метке. Ах, здравствуйте. Фью. Ну, уже начинает что-то получаться, как мне кажется.
20 метров, да? До цели. Ладно, допустим. Она куда-то уводится в цель. Так, он сейчас автоматически что ли дело поднял? Не совсем понятно, где я должен сейчас найти. Так, ну ладно. Я так и думал. Я профукался немного выше, на втором этаже. Я как раз таки и потерял. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Как раз таки на втором этаже я и не нашел предмет. Ну то есть пропустил одно место, сразу спустился в подвал. Не сюда. Мне нужно было куда-то вот сюда. Там же был столик вот здесь, да, вот здесь. То есть я сейчас поднимаюсь наверх, там был столик. Так, столик, столик, столик. Итак. Эй, мышка, ты где? Назад. Назад. А, вот мышка появилась. Один создан. А, нужно еще железо найти. А, нет, не нужно. Что это за квест? Изготовить средство от... Я же это сделал, нет? Походу нет. Или да, я не совсем понимаю. Что это за метка такая, которой сейчас даже нету поблизости, по сути? Допросить, допросить. Ладно, я забыл, кстати, где выход здесь. Разберемся. Не все понятно пока, не все прозрачно, но да ладно. Так, ну что ж, я нашел выход. I should investigate. If they were to find somebody. Почему это задание не на карте отмечено как непройденное, но здесь оно изготовить средства передуманной. То есть я не все изготовил, что ли? Тогда мне нужно еще искать. По идее, нам нужно сделать средство от переутомления еще. То есть регенерацию мы сделали, теперь нужно переутомление. Опять же, тартарат железа. Вот сейчас бегаю, ищу его, никак найти не могу. Еще один нужен найти. Вот здесь также нашел закрытый ящик. Или тут. Вот здесь. Но закрыто, опять же. То есть, возможно, это есть ключ. Тут новые типы заспавнились, однако ж. Придется с ними сразиться. Да чтоб тебя, леший дрючил. Это вообще не серьезно. Почему так камера мечется? Что за дебилизм, а? Ну почему камера так мечется-то? Сейчас обычных мобов меня разожрут. А, меня прям это бомбит, ребята, я не могу, прям. А можно какую-то серию атак делать, а не просто одним ударом лупить, а? Да вот этого добей, Вася! Ой, мне прям бомбит нахуй. Чё, серьёзно? Чуть не сдох от двоих нубов. Мобов. Ну, тут только я, тартара железа найден. Но их тут не было, я тут ходил, господи. Что за бред? Ай, ладно. Дебилизм. Что будет, когда будет три противника, я просто не представляю. Камера будет метаться, наверное, как сраное говно. Но, то есть, для сделано, понимаю, для консоли. Я понимаю, мне это не нравится. То есть, но, блин, ну, для ПК надо переделать игру. Чуть ли не писать снова, что ли, я даже не знаю. Это вообще как-то, ну, я не знаю, ну, не серьезно. Ладно, все, готово, валим отсюда. Отнесите лекарства. Сейчас отнесем. Так, ну что ж, перед тем, как отнести лекарство, я думаю, стоит сохраниться в том месте. Ну как сохраниться? Игра сама сохраняется при выходе, сейчас само собой она сохранилась. И попрощаться, так как я уверен, что сейчас только мы отдадим лекарство, тут же объявится новый квест, прям моментально. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если нас ждете новых видео, тем более ставьте лайки. Всем пока-пока, также оставляйте ваши комментарии, и все читаю.